Здорово, мужик, это опять Шамшурин. Сейчас хочу показать тебе на примере то, как надо останавливать девушек, вообще как к ним подходить. Здесь очень важный момент есть. Очень часто девушки как бы шугаются, они воспринимают, что ты пикапер, либо они воспринимают, что ты просто какой-то немного ебанутый в хорошем смысле слова. То, что я смотрю, вот как пикапят какие-то люди там на манежке, допустим, и как они подбегают к девушке, то есть они просто откуда-то сзади подныривают с криками там «Эгегей, привет!», то есть и девушка реально в это время, как, во-первых, она боится, она пугается, но, во-вторых, она реально не понимает, что за херня, потому что ее как бы научила ее жизнь, ее общество, ее опыт, социум, там, мама, что как бы мужчины обычно подходят там по-другому, если они идут знакомиться. Они подходят там как-то мягко, плавно, издалека, там, здрасте, там, простите, извините и так далее. И когда чувак подбегает слишком резко или слишком уверенно и начинает что-то сразу там хватать, дергать, останавливать, это очень нехорошо. То есть я своих учеников учу всегда тому, чтобы это выглядело максимально естественно. То есть чем это более не похоже на пикап, тем круче. То есть в итоге смысл этого видео, как не спалиться, что ты пикапер, и как не испугать девушку, как сразу войти к ней в доверие. Сначала я покажу вам на моем друге, а потом я покажу вам на живых девушках, как это делается, как открывать. Иди сюда. Смотрите, то есть такой прикол. Вот если девушка идет, сейчас ты просто очень медленно будешь идти вот в эту сторону, очень медленно. То есть что вы делаете? Во-первых, вот она идет, вы не выбегаете вот так вот, да, там, привет, и что-то ей не орете сразу, она будет реально бояться, пугаться. Ваша задача как бы догнать ее, чтобы она боковым зрением вас заметила, что вы здесь есть. То есть вот, идти смотреть на нее, улыбаться, вот, и буквально спустя там секунду-две вы что-то начинаете говорить. Примерно так. Давай идем туда. Привет. Там, и так далее. То есть вы сразу туда к ней в личное пространство не лезете. Пока ее не трогаете, не преграждаете ей путь, не набрасывайтесь на нее и так далее. Как бы очень прикольный способ, когда вы говорите что-то, то есть привет, и ждете реакции. Если реакция хорошая, ну там улыбка или что-то, или привет, вы продолжаете общаться. Потом говорите комплимент, допустим, отлично выглядишь. Если реакция херовая, она там отвернулась, посмотрела на вас как на говно, то вы не общаетесь. То есть я могу открыть, и мои ученики после тренингов могут открыть любую девушку, даже если она будет идти плакать там или злиться, или на кого-то орать по телефону. Но вам в вашем случае, как новичкам, я не советую так делать. Я советую вам именно вот как бы тестить такой вот, таким щупом неким. То есть вы кидаете какую-то фразу, если она реагирует хорошо, вы продолжаете. Если не реагирует никак, вы сливаетесь. Вот и все. И что касается того, что девушка идет навстречу. Давай ты будешь идти навстречу. Сейчас, секунду. Не-не-не, ты так стой. Смотрите, то есть очень многие совершают ошибку, что они кидаются на нее прям и говорят привет, то есть они прям преграждают ей путь. Не надо этого делать. Ты сейчас плавно идешь. Стоп. Я за метр, за полтора от нее останавливаюсь, смотрю на нее, улыбаюсь. Она в это время проходит. Я говорю ей привет. Она как-то реагирует, допустим, потом я разворачиваюсь и, соответственно, уже иду рядом с ней. Давай еще раз навстречу. Это очень важный момент, ребят. Вы заметите, как ваши результаты в разы вырастут, как на вас более спокойно будут реагировать девки. Давай. Привет. Ты продолжаешь идти, потому что ты девка. Я разворачиваюсь и иду уже за ней, уже из такого положения прошу ее потихоньку остановиться. Спасибо. Смотри, то есть сейчас, все, ты можешь идти, спасибо. Сейчас я вам на примере девок покажу, как это работает. Как нужно максимально плавно останавливать и навстречу, и как бы догоняя ее. Поскольку холодно, реально похолодало в Москве, и на манежке как бы красивую женщину, да и вообще существ, похожих на женщин, стало гораздо меньше, чем в теплое время. Сейчас мы не заморачиваемся внешностью, будем, конечно, подходить более-менее похожим на человека, то есть красивый, некрасивый, сейчас не важно, сейчас важно показать тебе, как это делается. И плюс еще момент, то что я не буду с ними дальше знакомиться, я буду им всем желать там какого-то хорошего вечера и сваливать. Итак, поехали. Привет.
здесь мы видим, что как бы некоторые девушки вообще на вас не обращают внимания. Она, я сказал привет, она посмотрела, пошла дальше. То есть вам я советую, опять же, пока не нарываться, если такая реакция, как бы, значит, и не подходите. Самое главное, чтобы вы говорили это громко и четко, чтобы вас было слышно. Ну, пробуем в следующий раз. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь. Слушай, а буквально на секундочку, я не, как бы, не займу у тебя много времени. Притормози, правда, я не замуж тебе сейчас буду предлагать там. Притормози, ну это важно. Я тебя слушаю. Ну 2 секунды, я не могу как мужчина идти и разговаривать одновременно. Я слушаю. Офигеть, я тебе просто что-нибудь хорошего пожелаю. Давай, очень. Как тебя зовут? Не важно. Ну, я должен знать, кому желать. Не желаешь. Ну, кому тебя? Ну, это важно, я пожелаю, уйду, что ты, ну, не выпендривайся. Ладно, давай, хорошего вечера тебе. Привет. Ты, кстати, отлично выглядишь. Спасибо. Ты еще-то мужчину своего ждешь? Офигеть, слушай, а если я тебе пару хороших каких-нибудь слов скажу, ты, я думаю, ничего не случится. Притормози на секунду. Не, я даже не буду знакомиться, ничего, но тормозни, это важно. Я тебе что-нибудь хорошего пожелаю. Че тебе пожелать? Слышь, есть мужчины, которым ничего не надо, у которых все есть. Как тебя зовут? Ирина. Ирочка, меня зовут Вова. Очень приятно. Что тебе пожелать, Ирочка, хорошего? Счастья и здоровья. Мужика, наверное, надо пожелать. Нет, мужики есть. Ну, чтобы вот так вот. Нет, тогда любимого, чтобы не надоедал. Почти такого же, как я. Ты очень веселая, кстати. Ну, я, кстати, тоже зажрался, очень требовательный. Да, я тоже. Я реально, вот мелочь какая-то, все, типа, не нравится. Да. Ладно, Ирочка, я не буду нарушать свое слово. Я сказал, что я просто пожелаю чего-нибудь. Да, мне было ты, приятно. Стой, мы будем прощаться. Ты офигительно улыбаешься, кстати. Спасибо, все, я знаю. Тебе хороший вечер. Давай, пока. Давай, пока. А вот смотри, сейчас я подошел, я не стал на нее сразу набрасываться, это то, о чем я говорил в начале видео. Я шел параллельно с ней и что-то ей кидал, какие-то фразы. Я видел, как она реагирует. Она улыбалась, поэтому я решил ее притормозить. Вот это очень важно, еще раз. Не накидываемся, а сначала идем параллельно, как будто вы просто прохожие, как будто вы только что ее увидели. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь, у тебя такие розовые штаны. Всем штанам штаны. Ты с работы куда-то домой? Или все-таки вечер только начинает? А? Офигеть, слушай, а я вот буквально на 2 секундочки тебя приторможу, хорошо? Это очень важно. Какая ты, кстати, добрая, классная. Слушай. Какая ты спокойная вообще, подозрительная. Я уставшая просто. Офигеть. Слушай. Какой добрый. Да я сейчас 2 секунды что-нибудь хорошее тебе скажу. Давай. Доброе такое у тебя лицо. Такой, знаешь, вот такой вот девочки, как бы, как будто ты, у меня такое ощущение, как будто ты моя, там, не знаю, любимая женщина. И мне вот хочется тебя так, прямо, знаешь, так как-то вот обнять, не знаю, там, погладиться, поговорить, сказать, вот, не знаю, все будет круто. Какая ты такая. Как тебя зовут? Алина. Меня, кстати, почти как тебя. Я сейчас просто тебе пожелаю бобра и пойду дальше. Бобра? Твои имя, да. Заняты руки. Как Алиночка, ты? Меня Вов зовут. Почти. Я тебя буду тебе желать бобра. Слушай, ну ты клевая реально, видно, что ты добрая. Я просто разбираюсь в женщинах, как бы. Да. Да. Мне и их было гораздо даешь... больше, чем у тебя. Фикап. Просто. Фикап это что такое? Это с алкоголем что-то связано? Да. Не, серьезно. Выпил, встал, присел. Ладно, я потом загуглю. А всего тебе офигенного вообще прям. Бобра, не знаю. И вот не уставать никогда. Какая-то хрупкая, прикольная. Спасибо. И нос. Нет. Не, нос очень прикольный. Ну ладно, всего хорошего, пока. Ребят, то есть вот сейчас, вот пример, да, что происходит. Вы идете как будто еще раз, да, лучше повторить, чем не доповторять. Идете как будто вы просто шли мимо,
кинули какую-то фразу, смотрите, как реагирует. Реакция была улыбка, то есть, и продолжайте что-то еще говорить. И останавливать ее старайтесь не сразу, да, там, стой, а немножко с ней прошлись 2-3 метра, там, 5 метров, 10. Только потом вы говорите, постой секунду, то есть, и пытайтесь ее остановить руками. Привет. Что у тебя такое злое лицо? Притормози буквально. Не-не-не. Я тебя много времени займу. Притормози на секундочку. Давай вот до метро. Нет, смотри, я вот здесь. Вот, смотри, метро никуда не убежит, это важно. Че какая-то замороченная? Устал, что ли? Да погоди, я сейчас тебе что-нибудь хорошее пожелаю. Не говори привет, я не занимаю. Классный рыжий парень. Кстати, ну постой, ну я сейчас тебя отпущу. А что ты какая напряженная? Надо быть на время. Просто, блин. Торопишься куда-то? Да. Мужику к своему? Не поняла вопрос. Нет, просто если он у тебя есть, это хорошо. Какая разница? Ну не, мне никакой разницы, честно, это твое. Ладно, тебе всего офигенного. Спасибо. Даже, да, какие у тебя теплые руки, кстати. Да. Давай, счастливо тебе, пока. Привет. Ты, кстати, классно выглядишь. Такое лицо сразу серьезно. Да не, просто шел мимо, смотрю, ты. Ты ждешь кого-то, наверное? Нет. А что ты стоишь и куришь просто? Надо ехать домой отдыхать, а ты что-то стоишь и куришь. Сейчас поеду домой. Офигеть. Такая прям серьезная, напряженная. Нет. Да я тебе просто пару хороших слов скажу и это самое. Что тебе пожелать, скажи мне, в жизни хорошего? Бросить курить? Да. Ну, я тебе искренне желаю бросить курить. Потому что ты будешь чья-то жена, кому-то родишь ляльку там, ну, и хочется, чтобы она была не зеленая хотя бы. Да. Ну и не желтая. Ну и не желтая. Ты такая прям волнуешься, смотришь в сторону. Ладно, смотри, ну, тебе всего хорошего. Спасибо. Как тебя зовут, звали и будут звать там? Аня. Анечка. У тебя звонит телефон, но сейчас подождут там пару секунд, я думаю. Вот. Тебе офигенного вечера, Анечка. Спасибо. С классного мужика там и всего хорошего. Да, это важно. Спасибо. А ты какая-то. Давай, пока. Вот смотри, мужик, то есть если ты идешь мимо и девушка стоит там или сидит, ты как бы проходишь, якобы ты вообще мимо шел, как будто ты просто прохожий. То есть кидаешь ей какую-то фразу, да, там, привет, например. Если она на нее хоть как-то реагирует, здесь в данном случае девка немного улыбнулась такая и ответила, что. То ты как бы затормаживаешься, разворачиваешься и подходишь к ней и начинаешь общаться. То есть если фразы этой ты не услышал, если там просто игнор, ты проходишь мимо. Так тебе будет легче переживать вот какой-то вот отказ. То есть ты себе скажешь, что я к ней даже и не подходил, поэтому мне никто и не отказывал. И так будет экологичнее и спокойнее для тебя. Ребят, на этом все. Приношу свои извинения за то, что видео снималось в темное время суток. У нас на самом деле не было времени снимать его днем. С другой стороны, ты увидел все как бы беспрекрасно, все в реальном формате. То есть никаких подстав, как всегда, в принципе, да, и если не было каких-то там топ-моделей, то это говорит о том, что вот мы подходили к тем девушкам, которые ходили в данный момент по улице. Спасибо, что смотрел, подписывайся на мой канал, смотри новые видео, увидимся, пока.